Доброе время суток! Сегодня я представлю вам обзор яркого, сочного летнего каталога Oriflame номер 10, который начинает действовать с 11 июля по 30 июля. И первое же, что мы видим, это потрясающая обложка, роскошная, знойная девушка. И мы видим, что здесь есть парфюм. И, конечно же, это новинка, но новинка Paradise, который включает в себя три ключевые нотки. Это зеленая гуава, райская капля и огненное дерево. Я выписала себе предварительно тестер, чтобы оценить этот аромат, как он раскрывается на моей коже. Однозначно ответ «да». Аромат просто потрясающий. Парадайз у меня был уже в предыдущем выпуске. Очень стойкий, настолько классный аромат, он так раскрывается красиво. Ну и, конечно же, дизайн. Вот эта царская такая крышечка округлой формы, просто, да, вот великолепие. Обратите внимание, что если вы в прошлом каталоге номер 9 размещали заказ на 500 рублей, и в этом на 500 рублей, то вы можете дополнительно получить 55% скидку на аромат. Вам нужно будет обязательно указать специальный код. 530504, и аромат вам выйдет всего лишь за 1129 рублей по цене каталога. Шикарный аромат, не оставит, конечно, равнодушными. А в этом каталоге роскошный платок, наш шарф-платок, очень стильный, подобраны роскошные краски, такие сочные, яркие, буквально подойдет любой девушке. Под любой наряд, да, можно так красиво обыграть блузку, например, одеть какую-то майку или блузку и намотать на шею этот шарф или на голову. Вот только представьте, как это будет эффектно смотреться. Такой принт, вот, действительно не оставит никого равнодушным. Ну и цена очень даже такая приемлемая. Далее нас ждут роскошное предложение, нас ждет. Вы можете обзавестись таким классным моноподом для селфи, если у вас раньше его еще не было, то это будет как раз то самое время, когда нужно его заказывать. Чтобы стать обладательницей монопода, вам нужно из каталога сделать заказ на 990 рублей и добавить в заказ специальный код 118057. Когда у вас появится монопод, сделайте себе роскошный макияж из серии The One. Я уверена, что у вас уже есть продукт из этой серии. Просто невозможно остаться в стороне. Создайте стильный макияж. Сделайте классное селфи, используя монопод. Расскажите, какие продукты вы использовали. Получите шанс стать, да, обладательницей главного приза. Вам нужно будет в Инстаграме отправить с хэштегом The One Selfie. Прям перепечатайте из каталога. Ребят, используйте эту возможность, действительно очень круто. Можно получить iPhone 6 в подарок. То есть однозначно кто-то из нас станет обладательницей роскошного подарка. Ну, конечно же, я надеюсь, что я. Ну, может быть, любая из вас. Буквально сегодня я перепробовала все новинки из коллекции винила. Это просто настолько роскошная помада. Как ни странно, мне больше всего понравился сиреневый цвет. Вот вы знаете, он здесь он смотрится немного, может быть, вульгарно или темновато, но в деле, на губах он такой роскошный. Они, вот все цвета очень яркие, сочные, и они действительно лаковые. Губы просто необыкновенной красоты. Ну, вы можете посмотреть на нашу модель шикарно. Вот представьте, что у вас на губах помада будет лежать точно так же. Я еще такого не видела. По крайней мере, в Oriflame такого... Такой роскоши еще не было. Обратите внимание на акцию на туши. Шикарная тушь с эффектом накладных ресниц. У меня, кстати, как раз и только закончилась практически вот такая синяя. Я ее себе брала, попробовала. Вы знаете, вот если сравнивать с кисточкой 5 в 1, то даже не уступает. То есть тушь 5 в 1, она знаменитая, легендарная. Каждые 4 секунды кто-то покупает эту тушь. Ребята, ну вы знаете, вот честно, попробуйте с эффектом накладных ресниц. Настолько она шикарно расчесывает реснички, делает их такие длинные, выразительные.
Я в восторге. Я буквально повторю, но возьму в этот раз черную. У меня была синяя, теперь возьму черный оттенок. Ну и, конечно же, обратите внимание, какая цена. Просто очень лакомая. Не надо себе отказывать. Берите с запасом, потому что с 60% скидкой не часто встретишь такие предложения. Также я сегодня видела эти лаки. Они полностью соответствуют картинке. То есть бумага замечательно передает цвета. То есть цветопередача мощная. Очень классные лаки. Очень вообще. Просто вот вы знаете, восторг. Яркие, красивые, аппетитные, необыкновенные. Поэтому да, берите, пользуйтесь и радуйтесь. Обратите внимание, что у нас появилась защитная основа под лак и глянцевое покрытие. Два в одном. Да, можете такую штучку себе заказать. Далее у нас вышла новинка, закрепляющее покрытие с эффектом гель-лака. Теперь не нужно будет бегать в салон красоты, тратить деньги. Достаточно взять один раз за 199 рублей себе флакончик геля. Я думаю, где-то на полгода его хватит, ну, может быть, чуть меньше. Самое главное, что он прекрасно покрывает любой лак абсолютно. И он дает эффект, как будто бы ноготь такой объемный становится, глянцевый, такой красивый. И удаляется обычная жидкость. И самое главное, не нужна специальная лампа. Вы просто наносите, достаточно быстро сохнет. Я уже попробовала, оценила. Роскошное средство, надо брать. Обязательно возьму себе и дочке. Ну и, конечно же, лаки все со скидкой 159, со скидкой 60% по 159 рублей. Шикарная акция на лето. Прекрасный ассортимент помад. Если вы любите матовые, то обратите внимание на 5 оттенков матовых помад. Да, и несколько оттенков, несколько больше, чем матовых, уже блестящих. Роскошные помады карандаш. А, полюбились нам парфюмы с вишней, да, вишневый цвет и сиреневый цвет. Действительно, роскошные летние ароматы, легкие, очень нежные, невесомые. В таком же дизайне у нас есть мужские два парфюма. Один для более такого солидного, брутального мужчины, а второй парфюм более легкий, летний, цитрусовый. То есть он так и называется, цитрус тоник. Он действительно очень благородный, цитрусовый. Ну, я могу сказать, он не подростковый, точно. Да, он очень прекрасно будет смотреться на солидных мужчинах именно лето, когда жара. Немножечко расскажу про серию арбуз, сочный арбуз. Здесь есть маска для лица, и особенно обратите внимание на этот крем. Я буквально вот недавно была на море в Крыму, мы активно загорали, купались, кожа, естественно, сохла от морской воды. Ребята, тут вот мне на 10 дней хватило этой баночки, я мазалась им каждый день, все тело, и вот такой восторг, у меня настолько гладкая, настолько мягкая кожа становится, и аромат. Вот просто такой аромат, никаких духов не надо. Настолько свежо и вкусно пахнет кожа, а летом действительно этого вполне достаточно, когда жара, все равно нужен какой-то легкий волшебный крем. Обратите внимание, его можно использовать как для тела, так и для лица. И объем 150 миллилитров. Баночка легкая, очень удобно брать с собой в путешествие. Обязательно пополни себе запасы. Я не буду вам рассказывать весь каталог. Я обращу ваше внимание, что в этом каталоге очень здорово есть прям целые серии с алоэ вера и с чайным деревом. Особенно я хочу выделить масло чайного дерева, вот этот флакончик. Антибактериальное средство 10 миллилитров всего за 299 рублей. Что делает это средство? Друзья, я его использую как целую аптеку, то есть он мне заменяет буквально целую аптеку. Везде порез, укус каких-то там насекомых или животных, все, да, поцарапались, обожглись. Все, что происходит внешне, да, синяки, ушибы, растяжения, все прекрасно исправляет, да, прекрасный маленький доктор. Если же у вас есть перхоть, да, добавляйте в шампунь. Если прыщики, то можно аппликационно прижигать, прям на ватный диск наносить, ну, на кусочки, может быть, какие-то маленькие делать. И прикладывать на определенное место, которое воспалено. Великолепно снимает воспаление, заживляет раны, снимает отечность.
прекрасно помогает при насморке, только, естественно, использовать нужно его, разведя с водичкой. Да, в чайной ложечке мы это обычно делаем. Можно один к одному или воды чуть больше. То есть смотрите по ощущениям, чтобы не сжечь слизистую, потому что масло очень активное. Также можно полоскать горло на полстакана теплой воды 5-6 капелек. И вот все, ребят, вот все, что заболело, куда нужно приложить, мы используем его абсолютно всегда. С огромным удовольствием помогает при таких проблемах вот, достаточно быстро. Особенно ранозаживляющий эффект очень мощный. Также у нас молодежная серия. Полюбилась мне, очень полюбилась эко-бьюти. Начиная просто от дизайна. Вот на полочках стоят эти флаконы. Вот действительно восторг. Такое умиротворение, такая женственность от них. Такое вот теплота и уют. Все флакончики разные, разный состав в каждом. Ну, это что-то с чем-то. Вот у меня закончился уже дневной крем. И тоник очень активно у меня заканчивается, потому что он настолько вкусно пахнет. Он такой роскошный, что я им пользуюсь каждый день. И даже когда просто жарко, я просто брызгаю его на лицо, как освежитель кожи. Если у вас появилась пигментация, то даже не думайте, что делать. Просто выберите себе один из этих кремов. Я сейчас взяла себе на ночь дневной и ночной из этой серии защиты осветления, потому что у меня появились пигментные пятна. Буквально за 1,5 недели я вижу результат. Прям пятнышко растворяется, становится уже еле-еле заметным. Если вы хотите взять одно средство, возьмите концентрат. Если у вас немного таких пятнышек, то вы можете просто вот одним средством избавиться от них достаточно быстро, нанося просто аппликационно именно на то место, которое нужно. Если же вы обладательница жирной кожи, то вам очень здорово повезло. В этом каталоге есть матирующие салфетки для лица, оптимальное очищение. 219 рублей всего. В наборе 50 салфеточек. Они маленькие. Чип и Дейл, потому что они просто, это нереально круто, когда вы просто поверх макияжа, пудра, тоналка сверху, и вы ими просто промокаете. Вы знаете, макияж совершенно не искажается, то есть он остается на месте, но уходит жирный блеск, и кожа становится матовая-матовая, как будто вы прям только сделали макияж. Он у вас такой свеженький, бодренький, и вы просто звезда. То есть с собой в сумочке держать обязательно, особенно если идете на какое-то мероприятие, ребят, это просто такое спасение. И цена. Такой цены вы не найдете аналогичного продукта нигде. Обратите внимание вот на этот массажер. Это аппарат для очищения кожи. Также я его называю массажер, потому что я чувствую эффект массажа. После него я вижу, как кожа подтягивается. Что он делает? То есть это аппаратик великолепный, SkinPro. Вот про него у нас прям есть отдельное видео. Можете у нас на канале же поискать. Смотрите, великолепная цена. Аналоги стоят в магазинах примерно 5-6 тысяч и выше. То есть, да, приличная цена. У нас он уже, наверное, 8 месяцев. Пользуемся всей семьей. Мы купили дополнительные насадки. Батарейку еще ни разу не меняли. Восторг полный. Кожа очищается, подтягивается, вообще идеальный эффект. Особенно доволен муж. Он просто его обожает. Там достаточно одной капельки пенки на него капнуть. И делается массажик по всему лицу, по массажным линиям. Одну минутку. Эффект просто волшебный. Можно пользоваться каждый день. Обратите внимание, защитный крем для рук у нас появился впервые в серии Body Active. Он идет с SPF 10, то есть выйдя на улицу, намажьте руки этим кремом. Во-первых, великолепный аромат цитрусовых, да, грейпфрут прям прослеживается, такой вкусный, красивый аромат летний. И самое главное, что вы защищаете свои руки, потому что, ребят, ну, на руках тоже появляется пигментация. Это вам совершенно ни к чему не нужно, да, поэтому не стоит на этом, как говорится, экономить. Потому что вывести пигментацию гораздо сложнее, чем ей обзавестись. Я взяла также себе укрепляющий гель для груди и живота. Ну, я не могу пока сказать результат, потому что пользуюсь нерегулярно. Но вот у нас в команде девочка, она воспользовалась
отзывы, вы знаете, пищит, просто пищит, говорит, шикарно, пользуйтесь, девчонки, какая подтянутая кожа, укрепилась, стала красивее, моложе. Ну, просто, да, не надо лениться, если вы хотите результаты, то любое действие должно быть повторено каждый день, регулярно, как прописывает аннотация. Потому что если делать от случая к случаю, то, конечно же, результата не будет. Так, двигаемся дальше. Что у нас интересного в этом каталоге? Конечно, огромные скидки вот на серии Novage. На некоторые продукты есть скидочки. Обратите внимание, если нужно что-то обновить. Да, и в True Perfection, и коллаген. Так, далее у нас шикарная помада. Три в одном. Она дает и цвет, и блеск, и уход. Прекрасный аромат. Помада очень сочная, смачная, бы я так сказала, потому что цвет на губах очень насыщенный получается. То есть она непрозрачная, очень качественная, богатая помада, богатый цвет дает. Так, что я вам хочу еще похвалить? Вот мой любимый продукт, средство для снятия водостойкой косметики. Его спрятали в уголочек, маленький такой. Ой, девочки, вы знаете, лучшего средства я еще в жизни не встречала. Она такая красивая, во-первых, бутылочка, двухфазная жидкость, как медузка. И она смешивается сначала, и потом удаляется макияж. Я не пользуюсь водостойкой косметикой, но мне нравится то, что я просто прикладываю, я покрашу сильно глазки, у меня стрелки, тени несколько оттенков, ресницы обильно. Я подвожу внизу карандашом нашим, да, выкручивающимся таким жирненьким. То есть косметики достаточно. Снимает любые слои макияжа быстро. Не растягиваем кожу, аккуратненько удаляем. Все супер просто. Очень рекомендую, просто очень. Вот таким карандашиком я под глазками пользуюсь. Зеленый цвет, кстати, так роскошно смотрится. Кстати, зимой он великолепно был, летом сейчас я просто без него уже не могу жить. Расскажу в двух словах вот про эти помады в желтых упаковках. Вот аромат меда, если вы любите мед, то вы знаете, вы просто будете говорить, а от вас будет распространяться тонкий-тонкий аромат меда, такой вкусный, нежный. Вот действительно, как не отличишь, да, как будто вы только съели ложечку меда. Сегодня я продегустировала эти карандашики все. У меня, конечно же, нет слов, чтобы передать мой восторг. Во-первых, вот этот цвет, он оливково-желтый, с золотыми вкраплениями. Какой он богатый и красивый. Вы знаете, на бумаге не то. Вот тут, вот посмотрите на, прям на этот носик его, этого цвета, он именно такой и будет. То есть бумага здесь не передала цвет совершенно. Индиго, да, ну он синий-синий, перламутровый, красивый цвет. А вот это просто фисташковый, я не знаю, как он называется правильно, оливковый, золотистый, это просто красоты неземной. Такого я еще не видела цвета вообще. В принципе, он очень красивый. Мне понравился вот этот цвет коричнево-серый. Тоже очень необычный. Самое главное, что он не будет давать эффекта воспаленных глаз. Он спокойный, благородный оттенок. Даже есть в нем что-то ореховое. Вот безумно красивый, прям бурные аплодисменты трем вот этим оттенкам. Ну, конечно, кто любит синий, то это для вас. Однозначно, потому что очень красивые все. Мне понравилось, что они очень стойкие. Их можно красить как стрелкой, так и как тени, потому что он большого диаметра, его очень удобно прям растушевать по всему веку. И я по ощущениям поняла, что он не будет сворачиваться. Конечно, если веки очень жирные, то, возможно, ну, будет немножечко, да, надо будет поправлять макияж, но, в принципе, вот эта вот текстура показала мне, что она не жирная, не будет скатываться, съезжать и так далее. Так, двигаемся дальше. На что хочу обратить внимание? Ну, конечно же, это тональная основа Giordani. Если вы никогда не брали базу под макияж, то пора начинать, пора пробовать, потому что это действительно разница неба и земля, когда вы макияж делаете с базой и без нее. Особенно летом, когда, да, такая жара, то база помогает сохранить макияж дольше, чтобы тональная основа держалась на коже ровным слоем, не съезжала, чтобы, да, вот капельки пота, да, такой вот не сдвигала нас
от идеала. Ой, даже заговариваюсь, простите, пожалуйста. Да, роскошные помады, карандаши. А что я еще вам хочу рассказать? Обратите внимание на серию Элео. Вы знаете, вот мой восторг, он каждый раз я беру в руки флакончик, шампунь, это или кондиционер, маска или масло для волос. Это такое, знаете, волшебство. Во-первых, дизайн богатый. Сразу видно, что это просто богатство, что это дорого, что это роскошно. Действительно, волосы также реагируют, волосы пищат от восторга. Они стали у меня более такие спокойные, они уже так не топорщатся, как раньше. Они увлажненные, напитанные и аромат. Вот такое чувство, что я духами просто помыла волосы тонкими-тонкими такими нотками, да, вот женственности, красоты, а, конечно, от головки пахнет просто роскошно. Про масло я могу петь песни вообще круглые сутки, потому что волосы у меня очень длинные, и, естественно, они сохнут, потому что когда волосы уже ниже попы, сами понимаете, что у них уже они не могут быть живыми. Благодаря маслам, маскам, уходу вот от Oriflame, волосы живые, красивые, блестящие. Что делает масло? Во-первых, мне нравится, что оно не жирнит, оно полностью впитывается, хотя я достаточно много, прям так от души выдавливаю, ни одну, ни две капли, у меня прям 4-5. И волос просто как будто бы я его отутюжила. Они такие гладенькие становятся, все шелковые, расчесываются великолепно. Ну и, конечно же, аромат. Я очень люблю ароматики разные, чтобы они были действительно приятные и классные. Что на этой страничке, ребят, ну это бомба. Это два средства. Сухой шампунь для тонких волос и для жирных. Обратите внимание, для тонких волос он дает еще объем, а для жирных, да, он убирает кожное сало, да, абсорбирует его и дает волосам свежий вид. То есть, если вы в путешествие отправляетесь, возьмите с собой флакончик, чтобы всегда быть на высоте. Конечно, особенно обладательницам короткой стрижки, это идеальный выход из положения, просто идеальный. Да, вы просто его встряхиваете хорошенько, наносите на корни волос, да, расчесываете, встряхиваете головкой, скидываете локоны. Они просто реально как очищаются и становятся такими, как будто вы их помыли. Я не говорю, что вы волосы вообще перестанете мыть. Конечно, нет. Но это палочка-выручалочка, если вы куда-то в командировку поехали, в отпуск. Или вы знаете, что будут перелеты, да, долгая поездка, и нужно хорошо выглядеть. Но это выход, это действительно выход. Про краску для волос могу легенды сочинять. Могу сказать, да, только покороче, если то краска восстанавливает волосы. Если вот вы видите фотографии моделей, то вот волосы после окрашивания, они вот именно такие. Вот я использую темный цвет. Мой цвет это темно-коричневый. Он практически черный на моих волосах. Волосы вот такие. Вот как будто из салона только вышло. Просто они живые. Почему-то они становятся очень объемными. А что в этой краске самое восхитительное? В ней добавлено омега-3 и масло льна. Вот волос действительно, он как будто бы оживает до кончиков, до самых кончиков. Восстанавливается, становится живым, красивым. Классные оттенки. Вышла вот новинка, увлажняющий бальзам для интимных зон. Я пока не оценила, ничего не могу сказать. Начала пользоваться, периодически забываю. Да, но приятно. Наносишь, приятно, да, кожица вся прекрасно себя чувствует. Вот. Мне очень нравится вот из всех интимных гелей, которые есть в Oriflame, вот из всех, их очень много, разноцветных, с разными компонентами, мой любимый именно вот этот Femenelle особый уход. Ни разу, если не пробовали, возьмите один раз, влюбитесь. Во-первых, вы увидите, расход меньше намного, чем у тех интимных гелей, но качество, что оно делает, просто невероятно, просто невероятно. То есть это такое идет увлажнение кожи, такая мягкость, что ну просто нет слов. Обязательно обратите внимание, на солнцезащитные средства идет прекрасная скидка. Лучше средств Oriflame я просто еще не встречала в жизни. Мы очень много экспериментировали на пляже.
играли с людьми, мы им предлагали на одну руку нанести наш крем, а на остальное тело или на ногу, да, ну, какую-то часть зоны выбрать, нанести наш крем солнцезащитный. Да, мы брали невысокие, мы брали пятнашку буквально или двадцаточку, то есть немного. Обычно люди такие берут средства. И дальше они пользовались своими средствами и потом сравнивали результат. Ребята, вот знаете, при долгом нахождении на солнце с нашими средствами не сгорите. Очень здорово, что они водостойкие, они прекрасно, да, вот распределяются по коже, защищают роскошно, точно не сгорите. Но если много купаетесь, естественно, нужно освежать эти места, дополнительно еще наносить крем или мусс, то, что вы выберете на поверхность. Кстати, вот могу сказать по сравнению, вот крем и мусс. Мне больше нравится крем. У мусса расход быстрее. Ну, конечно, носить его удобнее, но расход быстрее идет. И по цене он выходит дороже из-за того, что это дорогое устройство распыляющее. Да, там более состав такой, ну, тут и фильтр выше. Обратите внимание на восковые полосочки. Для депиляции есть удалить, да, на лице нежелательную растительность и также ноги, руки. Тоже я пробовала, классная штука, действительно удаляет, работает, да, исполняет то, что нужно. Вот, смотрите, я вам всегда на тренингах говорю, ребят, вот этот значок обозначает то, что все средства, вырученные с этой странички, где вот эти знаки стоят, пойдут в фонд детства. То есть, если вы покупаете сумочку или вот эту кружку, то денежки перейдут нашим ребятишкам, которые нуждаются. Так, поехали дальше, не буду много рассказывать. А вот на этой страничке хочу выделить мусс. Мусс для ног. Вот, знаете, у меня сейчас много очень подруг, беременные ходят, да, ноги отекают сильно, и все пищат. Я вот это слово использую, потому что они действительно просто такие: а, как круто, как круто. Вы знаете, вот, вот тут на картиночке на нижней показан, да, вот такой шарик воздушный. Вот вы, когда его будете выдавливать в ладошку к себе, то он действительно будет, как будто он живой, прыгает, колючий такой. Вот знаете, это что-то невероятное. Вы его наносите на ножки, моментально, просто на глазах отек уходит. То есть, да, легкость, вообще просто, ну, вещь. Ну, тут, как написано, снятие тяжести в ногах. Он снимает, так он отек еще снимает. Ну, он вообще просто необыкновенная штучка. Новинка у нас вышла с маслом ши для ног, увлажнение. Для наших любимых мужчин тоже новинки. Тальк. Обратите внимание, тальк для тела. Тоже нужная вещь, мне кажется, любой женщине. Потому что нанести везде, там кто-то ножки натирает, вот, да, верхнюю часть, где бедра. А кто-то там под грудью, да, где-то очень потеет, ну, жара. Предстоит в августе еще такая жара. Запаситесь тальком. Вы просто будете потом благодарны себе, что вы вот 100 рублей не сэкономили. Взяли, вам хватит этого флакона, не знаю, насколько. Я вот брала уже 3 года назад, он у меня еще там половина. Мне очень нравится качество кожи, супер просто. Вот тут очень-очень много всяких штучек классных, но вы уже сами посмотрите, да, разберетесь. Это пилочки, расчесочки, косметички. Кстати, вот эта косметичка очень классная, вообще роскошная, красивая, удобная, уютная. Вот эта пилочка оранжевая просто вот для пяточек. Вау, какая она классная, такая большая прям лопаточка, суперская. Так, дальше поехали. Тут у нас все такое. Но это роскошные ароматы. Сексуальные и разные-разные. Зеленые. Ароматы, конечно, рекомендую выписывать тестеры. Сначала носить их на себе, как платье. Кстати, возьмите себе на будущее вот пробники. Потому что в следующем каталоге будут 3 новых парфюма. По таким, ну, по приличной прям цене. Там что-то в районе 500 рублей. По 30 миллилитров, я думаю, что ароматы будут интересные. Дизайн классный, я уже видела картинки. Дизайн классный. Вот дезики тут хорошие, кремы для мальчиков, парфюмы. Вот наш любимый Excite Force. Вот действительно любимый стал. Просто невероятный. Муж в восторге, я в восторге. А самое главное, куда мы с ним заходим, все говорят: ах, как от тебя вкусно пахнет. Вы знаете, хорошо, что ходим часто вместе. Так, сегодня я дегустировала вот эту коллекцию. Я ее примеряла, носила и так далее, все делала. Что я хочу сказать? Знаете, сумка вот здесь на картинке смотрится меньше. Как-то, да, она так, может, провисла здесь. В деле она крупная, большая сумка. То есть возьмите прям вот линейку,
померить. 45 – это верхняя ее часть, она идет немножко трапециевидная. Нижняя 40 и ширина 20. Объемная пляжная сумка, достойная бурных оваций. Ничего подобного я еще не видела по удобству. То есть, если бы у меня не было уже куплено 5 сумок, я бы все 5 вот на одну эту бы поменяла, честно. Вот роскошная, классная сумка, красивая, стильная. Кстати, от Киры Пластининой, да, везде значок стоит, что это... Везде стоит значок, что это Кира Пластинина, да, очень крутая сумочка. У нее внутри такая бирюзовая подкладка, вот такого цвета, как на обложке для паспорта. Там всякие кармашки на замочках и без замочков. Но что мне понравилось, она мягенькая, как будто между тканью основной внешней и прокладкой вставлен тоненький слой поролона. Но сумка невесомая. Вот если тут вес ее поставили, я думаю, ну, я не знаю, она нисколько не весит. И при том, что она очень-очень прочная. То есть она выдержит большой вес. Что в нее поместится? Мне кажется, все, что вот вы на пляж планируете взять, это коврик, купальник, полотенце, солнцезащитное средство, какой-то перекус, воду, косметику, все, что вы хотите, парео, там купальник, все войдет. Все, потому что она действительно вот хорошего размера, не слишком большая и не маленькая. Прям то, что нужно, прям прелесть. Роскошный вот этот вот шарф Карибы, ну прям вот классный. Его, кстати, можно как парео использовать. Оно очень хорошо будет сочетаться с этой сумкой. Очень классно. Шикарная косметичка. Немножечко я недопоняла вот это украшение. Оно достаточно, знаете, такое хищное, агрессивное. Ну, модно сейчас крупные украшения. Действительно, если одеть подо что-то, вот как у модели с черным, очень красиво. Красиво. Шикарно выглядит маникюрный набор. Вот произведение искусства, интрига. Берешь в руки, я просто не знала, что это. Я, когда его взяла, думаю, что это такое? Ах, маникюрный набор. Вы знаете, ну, действительно, то ли блокнотик какой-то. Что это такое красивое, стильное? Ну, все очень достойно. Да, здесь у нас есть распродажа. Обратите внимание, тоже какие цены классные. Особенно клатч вот этот шикарный. Сумка великолепная. А для рук. Я пробовала все кремы. И вот, честно вам могу сказать, какой бы я себе взяла, то есть какие я точно себе возьму, это чарующий уход. Во-первых, что удивительно, здесь на него цена просто отличная, 149 рублей. Во-вторых, он так классно питает кожу. И вообще, он очень красивый сам по себе дизайн. Флакон огромный, 150 миллилитров. Да, большой объем, гигант. Пахнет шикарно, вот просто удовольствие. Ну и, конечно, вот эти кремы защитные и питательные, любой из них выбирайте, тоже супер. Вот первый для меня немножечко рисковат, шелковая нежность. Запах немножечко рисковат. Конечно, для ног гиганты XXL. Это два крема, питательный, смягчающий и освежающий дезодорант спрей. 319 рублей всего дезодорант. Объем в два раза практически больше, чем обычно он бывает. Поэтому берем, да, запасаемся. Профессиональные шампуни по хорошей цене, гели, еще гели. Несколько слов о бальзамчиках. Девочки, просто вот возьмите любой, какой вот вкус вам нравится. Вот какие ягоды вы любите, малину, клубнику или вишню. Вот возьмите себе бальзамчик, вы просто вот поймете, что это наслаждение. У меня уже год клубничный, я его сразу себе выбрала, и я просто балдею. Вот просто это во-первых, красиво на губах. Они блестят, они дают цвет. Да, вишневый, он самый яркий. Малиновый, он такой розовенький-розовенький. А клубничный, он розовый, такой персиковый. Такие губки становятся как подсвеченные. Масочки, прекрасный выход. Да, вот такой пакетик масок в дорогу брать. Или просто, если вы не хотите брать большой флакон, пользоваться так вот иногда. Красивое мыло. Ну, я думаю, будут в восторге наши детки. Хотелось бы, конечно, чтобы больше было в этой коллекции морской. Вообще морской стиль летом. Эта тема классная. Да, прекрасный подарок. Кому-то просто как сувенир, такой вот, ну, маленький презент сделать. Вкусный, ароматический, красиво упакованный. Само мыльце очень красивое. И завершает нашу экскурсию. Это коллекция дезодорантов. Сразу могу сказать, мой любимый это с серой крышечкой, да, который без белых следов. Он просто мой фаворит. Уже, наверное, как он вышел, с тех пор я только ему пользуюсь. Мне он очень нравится и рекомендую всем. Вот такой у нас получился занимательный обзор.
Жду ваших откликов. Интересно, как было, понравилось вам или нет. Стоит еще такие видео записывать. Пожалуйста, пишите свои отзывы. Буду вам благодарна. И до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. С вами была Лилия Донскова.